Понятно. Вот мы посмотрим, что тут наши братья делают. А? Белая лебедушка, так я ее зову. А кому-то, говорит, колымага. Все. Так. Вытаскиваю. Подожди, брат. А там Игорь Валентинович Глушков вкладывает свой вклад в благовестие. Вот нам и нужны специалисты. Знаете как? Вот это что? Еще надо. Тебя или назад куда? Не, еще надо. А ее с гнезда вытянуть сначала надо. А потом мы на тебя туда. Она не пойдет. Место у вас. Нет, я сейчас подниму еще маленько. На кого? На тебя, да? Не-не, сейчас я подниму. Надо наоборот мост. Нет, ее потом поворачиваешь на бок, ложишь, чтобы петля вниз была. А как на бок у меня здесь в ушах не лежат? Ну вот она сухо, сейчас я приподниму, она сухо у тебя выйдет, потом на бок ее ложишь, переворачиваешь и вытаскиваешь. Брат, ты вылези пока, пожалуйста. Под машину. Вылези, да. Это вот Александр Марьясов. Ну, видно, что поднимается. Так, брат, теперь... А сколько можно? Вышло сухо твое? Давай на меня теперь двигаем его, приподнимаем и на меня двигаем. Давай, вот так. Теперь ложим на бок. На какой? Куда тебе удобно вытащить? Давай еще на меня. Вот. Чтобы на голову не упало. Все, нет. Теперь брату, давай Виктору. Брат Виктор, бери на себя. Ага. Еще поднимай. И все, и поехали. Давай нам вторую подавай сюда. Только вот так же подавай, таким концами. Подашь один? Да, подам. Вот так. Сбросили их сюда. Палец сам у тебя. Вы их новые ставите или усиливать будете? Новые. А тебе никак нельзя усилить? Если мы усилим, будет сельдь рвать только. А эти крепче разве? Ну, геометрия это не поменена. Да, без разницы. Нет разницы. А ну как, где перед? А? Вот это же, да? Вот, ну вот освободили. Нет, Сорокина, смотри. Сына. Вот все, пошла она. До центровика. Была блокирована. Переду. Вот ты выбросил сейчас, не вот обратили? Вот. А вот мы, впереди. Когда были в сервисе, и я хотел, чтобы отдельную ленту поставили где-то, они согласились. И сняли, но потом заломили такую цену и поставили, я сказал, назад. И все. И они там сальники, что-то вот есть сбоку, забили так, все испортили, пьяницы. Но они именно усиливали, не новое ставить, а усиливать. Стоп, нет. Так что подумайте, что вы от другую ставите, это небольшая перемена. Игнат Тихонович, ну я поставил... Я думал, что здесь поставить... делать не три, вот, а четыре. Вот это, которое нижнее. Где там под нее подкладывается? Не, нам сказали, что лучше новые поставить. Иначе что-то там разобьется. Да. Это сейчас... они сказали. Да, я только то, что они сказали. А что они сказали, теперь поверни-ка ее, вот эту боту. Вот у них. А чем она отличается? Такие же самые. А металл, усталость металла. Геометрия уже изменилась. Ну я не знаю, я только знаю, что 3 и 4 разница есть. Брат, все. Ну, этот цилиндрок не выбили, надо выбивать этот цилиндрок. Стой, нельзя снять одну нижнюю, добавить вот такую. Игнат Тихонович, вот послушайте. Да. Добавим мы один лист, она жестче станет и будет рвать серьги, будет рвать раму. Это надо? Да я же не знаю, я еще раз говорю. Это в сервисе заложено... они согласились поставить. Зачем бы они согласились? Вот а вопрос. Потому что деньги заплатить. Да как там... раз мы не заплатили, ушли. Крестят тоже так же. Хочете заплатить? Но если это не делается, они бы сказали, такая операция недопустимая. Почему не сказали? Она не меняет, как она не влияет на движение конструкции автомобиля. Не движение, чтобы она не прогибалась больше, нет. У нас вес очень большой, вес. Да. Речь идет о весе, когда мы загружаемся... Большой, большой раму порвет. Надо соблюдать те нормы, если будете которые... брать больше, чем рессора, будет рвать раму. Раму порвет, у них рвам порвет. Вот, понимаете, один поэтому узел как... вы делаете крепкий. Но мы входим в норму, что написано в инструкции машины. Да, не... вот если вы это вот сделаете, это, то да, так это... оно и будет работать. Как завод изготовитель да, рассчитал, сказал, так и надо стало. И вы думаете, что теперь загружаемый 750-800 килограмм не прогнет в обратную сторону? Тонну не прогнет. Ну все тогда... Почему, я не знаю. О, на гнездышко Тараси наши. Ну-ка, возьми в руки прямо, держи, я его поснимаю. Вон какое гнездышко. Вот, наверное, сохрани его где-то для себя, вот домой везешь. Положи. Вы же вроде коллекционируете гнезда. Так, вы, братья, помолитесь, чтобы вам не ошибиться в этом вопросе, что я говорил. Не-не-не. Это, Витя, а чурок не найдем, а запасный, чтобы под раму выставить. Вот так. Вот купили новые рессоры. А сколько рессоры стоят?
Я не знаю, это Андрей Головач брал. Неизвестно. Видите, у нас народ какой. Берет и не говорит сколько. Вот так. Сейчас посмотрим. На работу! Ну-ка, на работу. Кто бегом бежит? Посмотрю, кто бегом бежит на работу. Вот и на работу бегом бегут. Посмотрим, кто шагом ходит, кто бегом бегает на работу. Так. Я думаю, ты отдай-ка его Фросе, ребенка-то. А сама ты большая, больше пилить сможешь. Фрося, занимайся им. Нигде не подходи, где опасно. Он туда посередине огорода можешь дойти. К матери его пока не надо вести, потому что он блокирует ее. Занимайся. Ходи. Хорошо. У нас есть тут кошечки, можете кошек посмотреть. Все, сразу быстро принимайтесь за работу. Ничего не спрашивайте, надо распилить и все. Пойдем к Сарику. Вон, аккуратнее, тут деревья.